Всем здравствуйте! Сегодня мы обсудим вторую часть лекции по заболеваниям и повреждениям грудной клетки и органов грудной клетки. И во второй части мы уже рассмотрим непосредственно заболевания легких, заболевания пищевода и заболевания молочных желез. Значит, на этом слайде просто зафиксируйте для себя, будущие сестры, пожалуйста, ваши профессиональные компетенции, которые будут рассматриваться здесь, в этой презентации и в этой лекции. И те самые компетенции, которыми вы должны апеллировать в будущем. Так, немножко поговорим про основные понятия и термины, которые могут помочь вам в изучении данной темы. Первое – это аталектаз легкого. Что такое аталектаз легкого? Это спадение всего легкого или его части вследствие нарушения вентиляции, обусловленной обтурацией бронха или сдавлением легкого. Если рисовать легкое, да, вот, то мы помним, что у нас есть трахея и бронхи. Да? И, соответственно, дальше бронхи у нас делятся на главные, потом они делятся на сегментарные, сегментарные, а нет, долевые, междолевые, сегментарные, субсегментарные. И вот представьте себе, что какой-то бронх, отвечающий, допустим, вот за это, участок легкого, был обтурирован. Ну, к примеру, попало инородное тело. В результате чего происходит аталектаз этого участка легкого, так как кислород, да, и в целом газ, воздух не подходит к этому легкому, и его функция отсутствует. За счет чего альвеолы, да, у нас не разлипаются, и, соответственно, легочная ткань не расширяется. Это один из вариантов. И второй вариант – это сдавление легкого чем-нибудь. Ну, например, тот же пневмоторакс, как вариант. Хорошо. Второе, о чем мы с вами поговорим, это бронхиолит. Это воспаление бронхиол. Бронхиолы – это конечные отрезки бронхопроводящих путей. Следующее – это интранатальные инфекции. Интранатальные инфекции – это внутриутробные инфекции, развивающиеся в результате инфицирования плода в процессе родов в интранатальном периоде. Непосредственно в этой теме мы разбирать их не будем, но я хотел вам просто напомнить какие-то термины, чтобы они у вас были в голове, и вы могли им спокойно апеллировать. А вот следующий термин очень важный. И его знание показывает, насколько вы интеллектуально подкованы. Преморбидный фон. Преморбидный фон – это состояние пациента, которая предшествует или же наоборот способствует развитию болезни. То состояние, когда всезащитные и приспособительные силы организма не справляются, да, то есть резко ослаблены или перенапряжены, там, ну, например, в результате истощения или в результате переохлаждения организма. Преморбидный фон может перейти в выраженную форму болезни, либо через некоторое время закончится нормализацией функции организма. И последний термин – это пульсоксиметрия. Она же оксигемометрия или же гемоксиметрия. Это неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. В основе метода лежит
спектрофотометрический способ оценки количества гемоглобина в крови. И еще, я сюда почему-то не добавил, но я бы очень хотел, чтобы вы знали, что такое эмфизема легких. Эмфизема легких – это заболевание дыхательных путей, характеризуемое патологическим расширением воздушных пространств дистальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно морфологическими изменениями альвеолярных стенок, одна из частых форм хронических неспецифических заболеваний легких. Хорошо, идем дальше. Основные симптомы, которые нам необходимы для изучения этой темы. Это кашель, он может быть как сухим, так и влажным. Это одышка, она делится на три типа. Это инспираторная, когда пациенту трудно вдохнуть, да, от слова in, в, вдохнуть. Трудность на вдохе будет свидетельствовать нам о начавшемся ларингоспазме или сердечной астме. Вторая одышка – это экспираторная одышка. Экс, соответственно, выход, да? Ну, примерно такие для себя акценты расставляйте. То есть трудно выдохнуть во время этой одышки. Это будет уже свидетельство о том, что у нас идет сужение бронхиол, как, например, при бронхиальной астме. Третий симптом – это боли в груди. И, пожалуйста, запомните, что легкие не болят. Болеть может только плевра. Да? То есть, когда у нас присоединяется плеврит, вот тогда у нас появляется болевой синдром. Четвертое – это кровохарканье. Оно бывает истинным и ложным. Истинное кровохарканье – это когда у нас имеются прожилки крови в мокроте. Причина истинного кровохарканья может быть изъязвление, повреждение сосуда, туберкулезная каверна, бронхоэктазы, опухоль. А вот ложное кровохарканье – это когда у нас повреждена не легочная структура, а, например, что-то в ротовой полости. То есть, например, десны. Чаще всего, да, кровоточащие десны, когда у нас при кровохарканье, допустим, после чистки зубов появляется кровь. Да, прожилки крови в слюне или в мокроте. Вот, это будет считаться ложным кровохарканьем. И последний симптом – это легочное кровотечение. Легочные кровотечения характеризуются своей массивностью. Увеличивается при легочных кровотечениях кашель, который способствует выделению и отхождению крови из бронхиального дерева. И легочные кровотечения могут быть из нескольких источников. Это может быть как сосуд, поврежденный в непосредственно слизистой легких. Ну, слизистой бронхиального дерева. Либо же это может быть изъязвление опухоли легкого. Вот как-то так. Переходим к нозологиям. Сегодня мы рассмотрим воспалительные заболевания легких. Первое, что мы с вами обсудим, это абсцесс легкого. И как вы видите, абсцесс легкого – это ограниченное гнойно-деструктивное заболевание легкого. Клинические заболевания начинаются с подъема температур тела до высоких цифр, боли в грудной клетке, сухого кашля, слабости. В общем анализе крови –
В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз, повышение СОЭ, и эта клиника соответствует первому периоду заболевания до вскрытия абсцесса. После вскрытия абсцесса наступает второй период. Температура тела у пациентов снижается, уменьшается интоксикация, а при кашле выделяется зловонная гнойная мокрота. При хорошем отделении мокроты наступает излечение. При нарушении дренажной функции образуется хронический абсцесс, и течение болезни носит затяжной характер. Абсцесс может осложниться пиопневмотораксом, легочным кровотечением, амилоидозом внутренних органов, метастазированием гнойников в мозг или другое легкое. Лечение. Лечение таких пациентов складывается из консервативного и оперативного. Когда мы говорим с вами про консервативное, мы, конечно же, вспоминаем про антибиотикотерапию, дезинтоксикационную терапию, оксигенацию и постуральный дренаж. Если вы раньше не слышали про постуральный дренаж, и тем более не знаете, как его надо делать, то выглядит он примерно вот так. И знаете, когда я смотрю на эту картинку, на этого человека, мне вспоминается вот этот мем. Ну, согласитесь, очень похоже. То есть, если кто-то переделает этот мем с этим парнем, то я буду просто в восторге. Постуральный дренаж мы обсудим чуть попозже. И сейчас про оперативное лечение. Оперативное лечение может складываться из нескольких вариантов. Это либо пункционное дренирование данной полости абсцесса, либо же в запущенных случаях это удаление части легкого или всего легкого. Так, и как я и обещал, поговорить про постуральный дренаж. Это медицинская процедура, которая способствует очищению бронхов от избыточного количества мокроты. Постуральный дренаж можно проводить только в условиях стационара пульмонологического отделения. Выполняет процедуру врач-пульмонолог с участием медицинских сестер. В чем суть постурального дренажа? Мы должны понимать, что вот у нас, да, бронхи, бронхиолы, и вот здесь вот есть та самая мокрота, которую мы стремимся выделить. Но в норме она не выделяется, и нам нужно помочь человеку. Как это можно представить по-другому? Вот представьте себе сосуд. Да? Сосуд наполнен жидкостью. Зная законы физики, жидкость не пойдет наверх, если ее не подталкивать. Но представьте себе такой вариант, что наша жидкость... и кажется, способствует этому подталкиванию. Но теперь представьте себе такой вариант, что у сосуда очень маленькое горлышко. Что будет, если мы будем трясти эту колбу, то наша жидкость никуда не выйдет. Да? Это логично. А теперь представьте себе, что будет, если мы перевернем эту колбу. Жидкость из нашей колбы будет потихонечку выходить. И вот это и есть суть всего постурального дренажа. Что мы делаем так, чтобы из бронхио и из бронхов выходила мокрота, благодаря законам физики. Так вот, перед началом проведения процедуры больного укладывают на бок, с тем расчетом, чтобы пораженная доля легких была с противоположной стороны и не прикасалась к кровати. То есть, изначально мы кладем пациента, допустим, на правый бок, зная, что у него есть повреждение левого легкого, поражение левого легкого. Тогда к чему нас это приведет? Это приведет нас к тому, что вот у нас легкое, да? Вот у нас идет бронхиола, и вот она разветвляется.
примеру, вот так. Ну, бронх, бронхиола. И вот благодаря этому вся жидкость, вся мокрота, которая здесь есть, потихонечку идет вниз благодаря законам физики. Край кровати со стороны положения ног должен быть приподнят вверх на 15-20 сантиметров, что в принципе здесь и показано. Так вся жидкость нижней труднодоступной части легких будет располагаться ближе к центральному отделу органов дыхания. То есть приподнимая этот край, да, мы стремимся вытащить из нижних отделов все грязное содержимое. После начала сеанса дренажной очистки пациент поджимает ноги к груди и подает корпус немного вперед. Свободная рука должна быть сначала поднята вверх, а затем подана вперед, как при сильном выдохе. В таком положении необходимо провести от 10 до 30 минут. Ее длительность зависит от объема жидкости, скопившейся в легких, и насколько интенсивно выполняется ее отток. Конечный принцип завершения дренирования легких – это интенсивное отхаркивание больной мокроты, все еще находясь в положении лежа. То есть, в зависимости от того, где у нас находится мокрота, мы можем положить пациента как нам угодно, думая о том, что какое положение нам поможет в более эффективном дренировании бронхиального дерева. После чего в конце пациент самостоятельно пытается откашлять то, что у нас уже есть. Хорошо. Следующее – это гангрена легкого. Это гнойно-деструктивное тяжелое заболевание легких. Поговорим о диагностике данного заболевания. Нас будет интересовать анамнез у пациентов. Это мы чуть подальше разберем. Нас будет интересовать аускультация. Это, учитывая, что гангрена легкого – это, по сути, некроз легкого, то есть омертвление ткани, то можно с полной уверенностью судить о том, что дыхательная функция легких будет нарушена в области некроза, в области гангрены. Из-за этого дыхание над при аскультации дыхание над пораженным участком легкого будет либо отсутствовать, либо ослаблено. При перкуссии мы будем чувствовать притупление легочного звука, так как весь воздух уйдет из нашего легкого, из пораженной части. При рентгене мы будем видеть участки. Так, сейчас скажу вам. Если мы видим участки затенения или засветления, то есть в норме легкие у нас светлые. Нет, почему? Темные. Если легкие у нас темные в норме, то это означает, что в них достаточно кислорода, достаточно воздуха. Теперь воздух у нас уходит, значит легкие будут просветляться. Значит, на рентгене будет видно просветление, но рентгенологически мы называем это просветление затенением. Да? То есть, такая вот логика. Поэтому я всегда прорисовываю это в голове, потому что могу запутаться. Так, на рентгенограмме будут участки просветления, а именно участок самого некроза. Так, из клинике следует, что у пациентов будет выражена интоксикация, высокая температура тела, влажный кашель с выделением кровянистой пенистой мокроты, которая вот и показана на этой картинке. Также при аскультации я вам не сказал, что может выслушиваться влажные хрипы,
Ну, в принципе, все. Лечение. Оно, опять же, делится на консервативное. Причем консервативное лечение не отличается от такого, как при абсцессе легкого. Потом оно может быть оперативным лечением. А точнее, оно должно чаще всего быть оперативным. Оно должно всегда поддерживаться оперативным лечением. Вот. И оперативное лечение будет выглядеть в объеме либо удаления опять-таки части легкого, либо доли, либо легкого в целом, в зависимости от распространения гангрены. Бронхоэктатическая болезнь. И вот тут надо немножко приостановиться. Я уверен, что вы знаете, что существует такое понятие, как бронхоэктаза. Но не надо путать бронхоэктазы и бронхоэктатическую болезнь. Бронхоэктаза – это расширение бронха. Оно бывает при функциональной, при функциональных нарушениях легочной ткани, ну а и конкретно бронхов. То есть, к примеру, у пациента злоупотребляет курением, да, и те участки легких и те участки бронхов, которые подвергаются этим бронхоэктазам, уже не могут участвовать в той в том обмене газом, газообмене, в том газообмене, как раньше. И из-за этого легкому и бронху приходится перестраиваться, чтобы помочь непосредственно легкому в газообмене. Он старается увеличить свою полость, чтобы добавить туда больше кислорода, что приведет к бронхоэктазу, да, стойкому расширению. А вот бронхоэктатическая болезнь – это заболевание, возникающее в детском возрасте. То есть оно не столько функционально. И бронхоэктазы у детей имеются уже в детском возрасте. То есть это генетически запрограммированная болезнь. Впоследствии эти бронхоэктазы инфицируются, и в них развивается гнойно-воспалительный процесс. Клиника. Клинические признаки заболевания проявляются обычно в возрасте от 3-5 до 20 лет. Заболевание в 1,5-2 раза чаще наблюдается у мужчин. Сначала проявляется кашлем с отделением небольшого количества мокроты. На этом фоне наблюдается склонность к простуде и периодическое обострение заболевания. В период обострения кашель может быть с значительным отделением гнойной мокроты. Значит, существует такое понятие, как полостной синдром. И у него есть три симптома. Первый – это отделение мокроты полным ртом, преимущественно по утрам. Второе – это зависимость отделения мокроты от положения тела. Зависимость отделения мокроты от положения тела. И третье – неприятный запах от мокроты, что свидетельствует о гнилостном расположении, разложении, о гнилостном разложении мокроты при ее застое в бронхоэктазах. Если вот эту мокроту, которую пациент нам отхаркивает, поместить в какой-нибудь сосуд, то она разделится на два слоя.
Верхняя будет представлять собой аполисцирующую жидкость с большой примесью слюны, а нижняя будет состоять целиком из гнойного осадка. Вот именно объем этого осадка характеризует интенсивность гнойного воспаления. У пациента выявляются симптомы интоксикации, общая слабость, недомогание, потливость. А болевой синдром может появляться при появлении сухого плеврита. Диагностика. Сначала мы, естественно, смотрим на лабораторные данные. В общем анализе крови будет обострение, то есть лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, отклонение астрофазных показателей крови, то есть увеличение сои, например. Может развиться постгеморрагическая анемия. На рентгене, выполненном в прямой боковой проекции, выявляется участок усиленного и деформированного легочного рисунка. Вот они. Вот видите, вот эти вот светлые-светлые пятнышко, это усиленные. И он же деформированный рисунок. Зачастую эти изменения, эта бронхоэктатическая болезнь приводит к фиброзу легких. Из-за того, что нету полного выполнения дыхательной функции, легкие начинают перестраиваться. И в связи с этим на рентгене мы можем увидеть характерные для бронхоэктатической болезни ячеистый легочный рисунок. Он будет появляться в виде эмфиземы на фоне пневмосклероза. В принципе, если присмотреться, то вот здесь вот так. Не очень хорошо, но видно. Вот она эмфизема, и вот он фиброз. Стоп, нет. Вот он фиброз. Вот он фиброз. И вот она эмфизема. Так. Решающее значение диагностики бронхоэктатической болезни является бронхография. Вот она представлена здесь. При бронхографии мы видим расширение бронхов. Что может нам помочь в постановке диагноза? Лечение. В основе бронхоэктатической болезни лежит консервативное лечение. И она состоит из санации бронхиального дерева. Она может быть пассивной и активной. Пассивная санация предусматривает назначение муколитиков и отхаркивающих средств, а также постуральный дренаж. Активная же санация бронхиального дерево. Это аспирация содержимого бронхов, их промывание и последующее введение в бронхи лекарственных веществ. Может производиться с помощью эндоскопа, фибробронхоскопа, или же может производиться с помощью вот такого набора при установленной трахеостоме для санации того же бронхиального дерева. Следующее заболевание, которое мы рассмотрим, это рак легких. Давайте сразу договоримся, что все раки мы оставим на онкологические
дисциплины, которые у вас потом будут. Но учитывая, что мы должны с вами обсудить хирургию, а при... А при онкозаболеваниях оперативное лечение является одним из основных, и в особенности при раке легкого, то пропустить эту тему полностью я не могу. Поэтому что-то я вам про нее все-таки расскажу. Значит, рак легкого является собирательным понятием и объединяет различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам лечения злокачественные эпителиальные опухоли. Развиваются они из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых желез, бронхиол и легочных альвеол. Значит, надо знать, что рак легкого делится на центральный и периферический. И вот, если говорить о центральном раке, то клиника его будет характеризоваться кашлем, кашель может сопровождаться мокротой, слизистой или слизистой гнойного характера. Затем добавляется кровохарканье. Это могут быть прожилки в виде алой крови в мокроте или в виде диффузно окрашенной мокроты. Потом может быть одышка, выраженная тем ярче, чем крупнее просвет пораженного бронха. Также у пациентов появляется боль в грудной клетке различной интенсивности на стороне поражения. Она обусловлена локализацией новообразования в плащевой зоне легкого, особенно при прорастании опухоли плевры и грудной стенки. И сразу вопрос на плюшку, что такое плащевая зона легкого? Периферический рак. Опухоли, расположенные по периферии, как правило, появляются случайно на рентген-снимке или в запущенных формах. Вот. Здесь вы можете увидеть эту опухоль. Боль в участке... Чем характеризуется периферическая клиническая картина? Это боль в участке плечевого сустава или плеча. А также атрофия мышц предплечья. И последний это синдром Горднера. Вопрос на плюшку, что такое синдром Горднера? Лечение. Лечение у нас состоит, как обычно, из хирургического и лучевой терапии и химиотерапии. Мы обсудим с вами только хирургическое. Хирургическое лечение больных раком легкого в радикальном варианте подразумевает удаление всего легкого, то есть пневмоноктомия. Или же его анатомическую резекцию. Это может быть как билобэктомия, лобэктомия, сегментэктомия. И учитывая, что это онкозаболевание, мы также должны удалить лимфатические узлы слизистения. То есть мы выполняем, допустим, пневмоноктомию с лимфодиссекцией. Ну, собственно, как-то так. Теперь непосредственно поговорим про все операции на легких. Значит, они несложные, да? Они делятся на, как мы уже сказали, это либо пневмоноктомия, когда мы удаляем все легкое целиком, либо же это может быть секторальная резекция, как представлено здесь. Это может быть билобэктомия, то есть удаление двух долей, как показано вот здесь. Это может быть лобэктомия, когда удаляется одна доля легкого. Ну, правда, здесь нигде не показано лобэктомия, билобэктомия. Но представьте себе, что вот здесь вот есть у нас доля легкого, да? И вот при удалении этой доли это будет считаться лобэктомией. При удалении двух долей билобэктомия. Еще здесь я хотел бы с вами обсудить, что сейчас
у нас есть несколько видов операций, да, это либо открытые, либо лапароскопические. Так вот, при операциях на легких у нас есть возможность делать лапароскопические операции. И для сравнения я хотел бы вам показать, как будут наглядно выглядеть лапароскопические операции, да, вот эти три разреза, и как будет выглядеть открытая операция на легком. То есть это действительно травмирующие и калечащие операции. Поэтому сейчас при возможности выполняет все-таки лапароскопические. Торакоскопические. Хорошо. Также, говоря про легкие, мы должны с вами повторить про плевральную пункцию. Значит, показания для плевральных пункций – это удаление жидкости из плевральной полости. Да? Вот здесь вот представлена жидкость в плевральной полости с диагностической или лечебной целью. Второе показание – это удаление воздуха при пневмотораксе. А третье – это введение газа для сдавления легкого, так называемый искусственный пневмоторакс. Или же для введения не газа, а для введения медикаментов. В комментариях, опять же, вопрос на плюшку, напишите, когда, для чего мы используем искусственный пневмоторакс. Так, на рисунке представлен набор плевральный. Он состоит из шприца по типу Жанне. Он состоит из клапанного механизма плюс трубка. А точнее не трубка, а в целом мешок для сбора жидкости. Игла, тракар для прокола кожи и плевра. И трубка, которая делает нашу иглу более мобильной, благодаря чему мы можем не опасаться при работе с иглой, что мы сделаем какое-то неправильное движение и пораним легкое. Так, и вот этот клапан, он состоит из такого рычажка, который в нужный момент времени открывает нам путь либо к шприцу, да, вот это будет шприц у нас, вот так, либо открывает нам путь непосредственно к мешку. То есть вот здесь находится этот клапан. Да? И вот здесь у нас игла. И вот от иглы мы ставим так изначально этот клапан, чтобы у нас жидкость попадала в шприц. Набирая полный шприц, мы переворачиваем клапан так, чтобы он уже попадал непосредственно в мешок из шприца и не попадал в иглу. Так, и затем вновь переставляем в такое положение, чтобы он попадал в наш непосредственно шприц. Так. Плевральная пункция, ее проводят в 7-м или 8-м межреберье под задней подмышечной линии. И обязательно по краю ниже лежащего ребра, чтобы не повредить сосудисто-нервный пучок, который проходит по нижнему краю верхнего ребра. То есть запомните, что пункцию делают обязательно по верхнему краю ребра. Хорошо. И теперь мы переходим непосредственно к заболеваниям пищевода. Вопрос на плюшку. Вот здесь вот сзади на картиночке написано пищевод Барретта. Что такое пищевод Барретта? Хорошо.
Заболевание, которое мы рассмотрим в заболеваниях пищевода, это ахолазия пищевода. Ахолазия пищевода, ее синонимы это мегаэзофагус или долихоэзофагус. А также другое распространенное название это кардиоспазм. Что же такое ахолазия пищевода? Это идиопатическое нервно-мышечное заболевание, проявляющееся функциональным нарушением проходимости кардии. Да? Вы все знаете, что у нас вот здесь вот находится кардия, которая не дает пищи просто так проходить в желудок или уходить из желудка. Так. Вследствие того, что идет дискоординация между глотком пациента и раскрытием нижнего пищеводного сфинктера, да, то есть вот, нижний пищеводный сфинктер, то есть неправильный глоток, неправильное раскрытие нижнего пищеводного сфинктера, еще и слизистая, то есть мышечный слой неправильно работает. То есть он должен гнать все вниз, а он гонит то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. И, в общем-то, из-за этого тоже у нас может появиться ахолазия пищевода. Точнее, не из-за этого появляется ахолазия пищевода, а это и есть ахолазия пищевода. Клиника. Основные симптомы заболевания это дисфагия, регургитация, загрудинные боли, которые появляются при неполном опорожнении пищевода и хроническом эзофагите. Часто дисфагия имеет парадоксальный характер. То есть может хорошо проходить твердая пища, а жидкость будет задерживаться. У пациентов с ахолазией очень большое значение играет нервная обстановка пациента, да, нервное самочувствие. Если пациент чувствует себя хорошо, то глотать он будет, то есть пища будет проходить спокойно. Если же он перевозбужден или находится в какой-то непривычной обстановке, или же просто разговаривает во время еды, то это как раз таки может привести к нарушению проваливания пищи в желудок. Дисфагия бывает активная и пассивная. Если мы говорим про активную дисфагию, то здесь пациент будет жаловаться на постоянную рвоту съеденной пищей. А если мы говорим про пассивную дисфагию, то здесь у пациента будет появляться рвота при, допустим, наклонах. То есть подтянулся завязать шнурки и его вырвало накануне съеденной пищи. Боли за грудиной появляются из-за того, что у пациента увеличивается внутрипищеводное давление. Уменьшение массы тела, я думаю, это понятно, что это происходит из-за того, что пациент не добирает в еде. Ну и у некоторых пациентов отмечается икота. Икота будет у пациентов из-за того, что идет раздражение диафрагмы. Клиника. Основные симптомы. Да, это мы с вами обсудили уже. Ну и вот здесь вот хорошо видно, как сужена кардия. Хорошо. Нюансы. Или так называемые плюшки, которые я хотел с вами обсудить.
То есть не плюшки в плане получения, а плюшки в плане что-то новенькое, что-то интересное. Зачастую пациент может самостоятельно уменьшить выраженность дисфагии, используя такие приемы, как запить большим количеством жидкости, или же заглотить просто воздух, или повторные глотательные движения, или просто походить. Немаловажное значение при ахлазии пищевода имеет такой симптом, как симптом мокрой подушки, или же симптом ночного кашля. Симптом мокрой подушки, когда пациент ложится в горизонтальное положение, у него начинает потихонечку появляться как раз таки жидкость, которая выходит из его пищевода, да, и через эту полость на подушку. А симптом ночного кашля также из-за раздражения внутри пищевода, внутри гортани, съеденной пищей, которая не проваливается, организм стремится выпихнуть эту пищу из себя. Зачастую симптом ночного кашля может свидетельствовать даже о забросе пищи в дыхательные пути. Диагностика. При рентгенологическом исследовании у пациентов обнаруживают расширение и деформацию пищевода, конусовидное сужение в области нижнего пищеводного сфинктера, задержка контрастной массы в пищеводе, отсутствие газового пузыря желудка. Оценивают. До этого хотел бы показать вам два рисунка. Значит, это крысиный хвост, а это птичий клюв. Для чего я это показал? У вас есть минутка, чтобы ответить. Хорошо. При рентгене у пациентов будет видно типичное конусовидное сужение в области нижнего пищеводного сфинктера. Вот оно. Оно похоже может быть либо на птичий клюв, да, либо на хвостик мышиный. Вот. Следующее, о чем мы поговорим, это о ФГДС. При эндоскопии выявляет дилатацию и девиацию просвета пищевода, наличие в нем остатков пищи. Равномерность раскрытия кардии при инсуфляции воздуха и возможность проведения эндоскопа в желудок. Смотрим. Следующее, что мы обсудим, это золотой стандарт обследования пациентов с подозрением на ахлазию. И это манометрия. Значит, манометрия выполняется с помощью водно-перфузионного катетера. Пациенту трансназально, либо пероз, устанавливается данный катетер. Он может быть 4 или 8 просветный. С диаметром его примерно 1 см. Этот катетер имеет поры и связан с датчиком и водяной помпой. Эта помпа нагнетает воду со скоростью. В порах изменяется давление. Информация передается на часть, на датчик, затем высвечивается на мониторе как графическое изображение. Это позволяет выявить ахлазию карты. Так, и тут на картинке, тут на слайде представлен еще холтер и 24-часовая PH-метрия. Для чего она нужна? Она нужна для диагностики ахлазии пищевода с ишемической болезнью сердца. То есть зачастую у пациентов с
болевым синдромом. То есть у нас при ахлазии может быть болевой синдром в за грудиной. И при ишемической болезни сердца также может быть болевой синдром. Так вот, когда мы не можем однозначно дать ответ, в связи с чем это связано, мы ставим пациенту холтер и ставим 24-часовую плашметрию, благодаря чему можем определиться, что же это в итоге все-таки. Классификация используется Петровского при ахлазии пищевода. И, в принципе, вот она продемонстрирована на слайде. Что тут надо отметить? Первая стадия. Когда мы видим функциональный непостоянный спазм кардии без расширения пищевода. Что, в принципе, здесь и показано. Третья стадия – это стабильный спазм кардии с нерезко выраженным расширением пищевода и усилением моторики стенок. То есть, есть спазм и есть незначительное расширение. Третья стадия – это рубцовые изменения мышечных слоев нижнего пищеводного сфинктера с выраженным расширением пищевода и нарушением тонуса перистальтики. Ну вот и стеноз. И четвертая стадия – резко выраженная стеноз кардии со значительной дилатацией, удлинением и S-образной формой пищевода. Значит, при второй стадии мы говорим о том, что идет расширение где-то 3-4 сантиметра. При третьей стадии примерно 4-8. И при четвертой стадии больше 8. Ну, примерно это будет 8-10 сантиметров. А здесь, соответственно, меньше 3. Вот они все 4 стадии. Следующее, что мы обсудим, это пробы, которые существуют для идентификации ахлазии. И для ахлазии кардии характерна положительная проба Хурста, когда начало опорожнения пищевода происходит вне акта глотания и зависит от высоты столба барьевой взвеси. При повышении давления идет раскрытие нижнего пищеводного сфинктера, что приводит к проваливанию желудок. Давайте нарисуем. То есть, вот у нас есть пищевод. Да? Здесь сфинктер наш, он закрыт. И вот еда все поступает и поступает и поступает. В норме пациенту должен производиться акт глотания, после чего пища должна проваливаться в желудок. Да? Но проба Хурста свидетельствует о том, что этого проваливания при глотании нет. И чем больше пищи оказывается здесь, тем выше вероятность попадания в желудок. То есть здесь давление повышается, это снижает фиксацию НПС, да, нижнего пищеводного сфинктера, и производит попадание пищи. Вторая проба, которая у нас есть, это проба с нитроглицерином. Она используется следующим образом. Пациенту дается барьевая взвесь, и через пару минут после он помещает под язык 1-2 таблетки нитроглицерина. И это при ахлазии приведет к снижению тонуса, опять же, нижнего пищеводного сфинктера, и способствует быстрому продвижению контрастного вещества из пищевода в желудок. И третья форма с карбахолином, или ацетилхолином, при введении которых возникает непропульсивное беспорядочное сокращение мускулатуры
в грудном отделе пищевода и повышается тонус, что приводит к длительной задержке барьевой завеси пищевода. То есть здесь наоборот задержка. Так, лечение. Лечение у нас состоит из нескольких этапов. Первый этап это, опять же, говорим о том, что он делится на консервативный и оперативный. И первый этап консервативного это диета. Исключаются острые, кислые продукты. Пища должна быть теплой, принимается медленно, тщательно пережевывая. Оптимально считается 4 или 5 разовое питание, небольшие по объему порции. Второе, медикаментозное, это использование препаратов нифедипина, да, или же нитратов. Что происходит при употреблении нифедипина? Это приводит к ослабеванию тонуса нижнего НПС, нижнего пищеводного сфинктера, что способствует попаданию пищи в желудок. Так, пневмокардиодилатация. Это уже эндоскопический метод, когда мы заводим баллон вместе с эндоскопом в область охлазии и расширяем его. Значит, благодаря этому происходит расширение этого жома, что способствует улучшению самочувствия пациента. Проводится где-то 4-5 таких сеансов. И это является золотым стандартом лечения ахолазии пищевода. Еще есть вариант использования ботулотоксина, который снова же эндоскопически инъецируется в место ахолазии. То есть ботулотоксин у нас обладает действием, как же это, когда нервы успокаиваются, что приводит как раз таки к успокаиванию этих нервов или мышц. Что приведет к открытию данной преграды. Значит, хирургическое лечение. Мы о нем говорим при неэффективности нехирургических методов. Значит, что я хотел отметить про хирургическое лечение? Это эзофага кардиомиотомия по Геллеру. Ну, вот здесь показано, как она проводится. То есть мы разрезаем, да, разрезаем. Делаем надрез, разрез в области желудка и пищеводного. Желудка и пищевода. Как раз таки в том месте, где подразумеваем, что у нас будет беда с ахолазией. После чего удаляем вот этот участок и обратно накладываем шов. Данная конструкция может поддерживаться фундапликацией по Нисону, к примеру, или любой другой фундапликацией. Значит, также имеются способы эндоскопического удаления мышечного слоя. Вот здесь это и показано. То есть вот он проходит, попадает в мышечный и отсепаровывает его. Удаление мышечного слоя, что приведет к расширению ахолазии, да?
кардиоспазма. Так, ну или же это может быть при запущенных стадиях полное удаление пищевода, эсофагэктомия, с формированием из желудка пищеводного столба. Так. Заболевание молочной железы. Мы медленно, наверное, двигаемся к финишу. Что можно поговорить про заболевание молочной железы? Первое, что мы обсудим, это гиперплазия молочной железы и гинекомастия. То есть гиперплазия молочной железы – это увеличение железы за счет разрастания железной структуры. Гинекомастия – это проявление у мужчин признаков женской груди. Значит, клиника. У детей клинически проявляется незначительным ростом молочной железы, уплотнение болезненности в области соска. Это мы про гиперплазию говорим. Лечение у эндокринолога. У взрослых же проявляется заболевание увеличением молочной железы до различных размеров. Беспокоит пациента косметический дефект, за чего ему показано оперативное лечение. Да, но это мы сейчас поговорим про гинекомастию уже. Трещина сосков. Это клинически проявляется мучительными болями, болями во время кормления грудью ребенка. Трещина может склоняться к образованию гнойного воспалительного заболевания, такого как мастит. Лечение и профилактика. Значит, это гигиена и прикладывание ребенка к груди. Лечение предусматривает гигиену до и после кормления ребенка по правилам асептики и антисептики. Применение ванночек в холодную стадию трещин, использование мазей и для проявления корки рекомендуется подсушивать трещины раствором бриллиантового зеленого. Для профилактики же рекомендуется проводить подготовку сосков еще до рождения ребенка. И надо правильно обучить мамочек прикладывать детей к груди. Следующее заболевание – это острый мастит. Это неспецифическое гнойное воспаление молочной железы. Инфекция проникает через молочные ходы по лимфатическим путям, через ссадины и трещины сосков. Так. Классификация представлена на экране. Клиника. Это заболевание начинается с задержки выделения молока, уплотнения молочной железы и быстро нарастающими болью. Потом в стадию серозного мастита появляется тянущая боль в молочной железе, отек участка, ограничение уплотнения и болезненность при пальпации. В стадии инфильтрации появляется гиперемия, отек. При пальпации молочная железа уплотнена. Лимфатические подмышечные узлы могут быть как увеличены, так и не увеличены. В общем, анализ крови прослеживается лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Лечение. Начинает с устранения фактора, играющего ведущую роль в возникновении острого мастита. Необходимо при лактации провести тщательное сцеживание молока, создать железе покой путем наложения тугой, поднимающей мягкой бинтовой повязки на молочную железу. При воспалении серозной стадии
или инфильтрации необходимо навести гипермию по глазу холодной влажно-высыхающей повязки. После уменьшения симптомов воспаления применяется сухое тепло, кормление ребенка в этих стадиях не прекращается. В стадии же нагноения проводят вскрытие гнойника, дренирование, что представлено на слайде. Лечение проводится обязательно в стационары, кормление строго запрещено. Как-то так. Следующее заболевание – это мастопатия. Обычно бывает у женщин с нарушением нервной или эндокринной системы. Начинается с болевых ощущений в области молочных желез. Потом молочная железа проявляется множественными уплотнениями, местами сливающими между собой и образующий конгломерат. При пальпации в тканях молочной железы определяются различные величины круглые уплотнения. И забыл сказать, что зачастую мастопатия связана с менструальным циклом. Следующий рак молочной железы. И также я вам напомню, что рак вы будете обсуждать потом на онкологии. Или уже обсудили. Поэтому останавливаться сильно не буду. Повторим только хирургическое лечение. И говоря про хирургическое лечение, мы должны вспомнить, что у пациентов будет не только косметический дискомфорт, но и психологический дискомфорт. Поэтому медсестре очень важно правильные слова подобрать перед операцией. Так. Лечение. Это мастектомия с выполнением лимфодиссекции. Мастектомия может быть разной. Она может быть как радиальной, так и круговой, так и линейной. Это я про мастектомию сказал, а должен был сказать про резекцию. Ну да ладно. Так, и мы добрались до аспектов, которые необходимо обсудить. Это уход за пациентом при заболеваниях молочной железы. То есть, опять же, это психологическая и психологическая помощь в том, что у пациента будет повреждена молочная железа. У пациентки. Или у пациента, кстати. Здесь важно отметить, что медсестра должна ежедневно мерить температуру, как и при всех, как и всем пациентам после операции, проверять артериальное давление, пульс, при малейших угрозе и сомнениях обратиться к врачу, ежедневные перевязки, правилам асептики, антисептики. В принципе, все. А теперь поговорим про уход при повреждениях и заболеваниях грудной клетки и органов грудной полости. Значит, во-первых, вы всегда должны понимать, что повреждение грудной клетки или повреждение органов грудной полости приведет так или иначе к нарушениям дыхательной деятельности, да, к нарушению газообмена. Поэтому есть некоторые симптомы, за которыми стоит наблюдать медсестре, чтобы, если что, их не упустить и вовремя сообщить врачу. Это симптом барабанных палочек на пальцах рук, кистей. Это акроцианоз или же цианоз носогубного треугольника. Ну и, естественно, если мы говорим про дыхательную недостаточность, то мы должны сказать, что это применение масочного режима. Вот как-то так. Спасибо всем за внимание. Если у вас остались вопросы, то я их жду.